Тарифы на отопление и горячую воду снизили с 1 июля в Петропавловске, Елизовском, Мильковском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах. С 1 июля стоимость гигакалории снизилась там с 4250 рублей до 3900 рублей, то есть на 8,2%. Примерно настолько же снизился тариф на горячую воду. Стоимость электроэнергии для жителей края осталась на прежнем уровне – 4 рубля 68 копеек за киловатт-час. Снижение тарифа на отопление и горячую воду для населения стало возможным за счет компенсации из краевого бюджета.